Тест на наличие вируса иммунодефицита всего за 15 минут. Сегодня в Якутске прошла добровольная акция. Любой желающий мог принять участие в экспресс-тестировании на ВИЧ. По большей части тест проводили для представителей молодежи. Почему, расскажет Иван Подойницын. Город Якутск присоединился к всероссийской акции «Узнай свой ВИЧ-статус». Первый раз анализ происходит в виде экспресс-тестирования, и забор происходит из пальца, а не из вены. Идет процесс реакции, да, на выявление антител. Кровь пациента смешивается с буфером. Вот это контроль. А если присутствуют антитела ВИЧ-инфекции, то у нас должна проявиться полоска вторая вот здесь. По информации Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом, по Дальневосточному федеральному округу Якутия занимает третье место по количеству инфицированных. Более 50% из них приходится на молодежь. Если во многих других регионах корень проблемы прорастает из наркомании, то у нас это касается незащищенной сексуальной активности. Участие принимают в акции студенты и сотрудники университета. Борьба с СПИД, она больше всего касается молодежи. Вот. Поэтому как группа риска. Для акции была закуплена 1000 одноразовых тест-систем. Это экспресс-тестирование несет экспериментальный характер для организаторов. И после апробации этой технологии забора будут повторные мероприятия. Для всех россиян анализ на ВИЧ-инфекцию бесплатный. И этот тест можно пройти добровольно в Республиканском центре по борьбе со СПИДом. Сертифицированные тесты, они прошли, в общем-то, официальную апробацию у нас в России, и, соответственно, мы их широко применяем. Интерпретация анализа через 10-15 минут. Мы используем высокоточные тест-системы 4-го поколения, которые позволяют диагностировать антитела в крови ВИЧ-инфицированного больного даже в период инкубационного периода от 3 до 6 месяцев. В декабре 2016 года якутским СПИД-центром выявлено 1893 ВИЧ-инфицированных и ежемесячно выявляется в среднем около 10 заболевших. В республике Саха-Якутия на текущий момент в 29 районах из 33 зарегистрировано вирус иммунодефицита. Иван Подойницын, Александр Слепцов, НВК Саха, Якутск.